Хуже. Нормально? Вот так получше, правда? Друзья, всем привет! Сегодня у нас, ну, как всегда, необычное. Кстати, обратил внимание, что каждый свой практически ролик начинаю. Сегодня у нас необычный заказ. Может создаться впечатление, что у нас только необычные заказы. Но нет, у нас есть также и обычные заказы, самые рядовые и простые. Ну, какой смысл их показывать? Это неинтересно. Поэтому, конечно, мы всегда только для вас подбираем заказы интересные. И сегодня как раз один из таких заказов. Начну с предисловия. Примерно полгода назад ко мне пришел мужчина, лет 60, болельщик «Динамо». Принес красивую футболочку, там была, ну, спортивная футболка синтетическая. На ней была красиво сделана сублимация такая, волк там, по-моему, да, волк. Он говорит, можно мне сделать на груди знак «Динамо» и на рукаве потом «Динамо» с волком. Ну, красиво вышло. Я говорю, да, конечно, сделал ему заказ, он такой, о, все, классно, здорово, ушел. И тут что-то на днях тоже заходил какой-то болельщик, я вспоминал, показывал ту вышивку. Он такой, да, хорошо, клево, понравилось, пойду, подумаю. И человека вспомнил, и через два дня он приходит, такой, алло, здравствуйте, я у вас был. Я говорю, болельщик «Динамо». Он такой, да, по голосу я его узнал, мужчина в годах уже. И, в общем, он говорит, можно мне сделать шарфик болельщика? Я говорю, а что за шарфик вообще, скиньте там, ну, состав ткани, что за ткань. Он прислал фотографию, написал состав, что там 30% шерсти, 70% акрила вроде. Я говорю, ну, приходите, попробуем. Я говорю, честно говоря, на таких шарфиках ни разу не вышивал. Давайте попробуем. Если получится часть сделать, то продолжим. Если не получится, ну, на ваш страх и риск, если готовы, свечу возьмем. Расстаться и рискнуть, давайте, я только за эксперимент. Он говорит, о, я тоже люблю экспериментировать, давайте. В общем, мы с ним поэкспериментировали, сделали часть вышивки, получилось хорошо. Всем все понравилось, и мы продолжили. И получили вот такой вот шарфик болельщика по итогу. Оле, 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 Динамо, чемпион. Будет кричать, наверное, этот мужчина на трибуне теперь с этим шарфиком. Шарф, реально. Вот такой вот трикотажный шарфик, он просто светится. Он сказал, что ему кто-то подарил, сказал, что это шарфик полицейский. В военторге, что ли, покупали. Ну, ладно, не буду на себя одевать, в общем. Ну, он и не для носки предназначен, то есть, вот человек будет с ним болеть. Вот такой интересный заказ, в общем, делалось это все за 3 захода. То есть, это было одно запяливание, вышивалось. Это было маленькие пяльцы, тоже 2-е запяливание, чтобы нитки не тревожить. И это было 3-е запяливание на самых больших 550-х пяльцах. Здесь 45, по-моему, тысяч стежков. Врать не буду точно. Ну, нормально так. В общем, вышивалось это примерно 2 часа, наверное, все вместе. Может, чуть больше. Вот. Болельщики, если есть, мы обкатали новую тему. Можно, кстати, делать такие же точно шарфики, но из габардина. Ткани такой предостаточно. Габардина – это синтетика, 100%. На ней можно не только вышибать, но и печатать. Все. Если надумаете вдруг за кого-то заболеть, приходите к нам. Пока-пока.